Чё за гранатомет? Ух ты, блядь! Ух ты ж, блядь! А, сундук! Ты чё кричишь, блядь? Больной ублюдок, блядь. Я бегу, монеты собираю. Сундук! Конечно, мобильность у меня пиздец теперь. Заебись? Или наоборот? Ну как ты думаешь, двумя базуками, блядь, пиздатая мобильность у человека? Ядро бери. Да-да-да, взял. Че, он еще залп сделает? Помоги мне Тайда убить, ебаного. Я стреляю. Сзади гондон тебя. Сзади гондон меня. Ну тут сейчас пиздец, постапокалипсис начнется. Бегу-бегу, несу ядро. Давай, быстрее-быстрее. Выстрелил. Хуярим. Пизда тебе, гондон. Домой, соска тупоголовая, ебаный в рот. Ебать, как я выжил, у меня 5 хп осталось, ебучих, 5. Ебать, как я выстрелил и просто убил его нахуй за один выстрел с этих вот, суча! Эти пизда. Тихо, зверь, не мы ты. Эш, тебе пизда, да. Молчи, кроку. Была бы, если бы, блядь, ты просто взял и в гидру не ударил, гандоныш. Соси! Соси, пидорасик! Короче, я выхожу в пизду играть. Почему Владика дикая эх? Потому что он в эховске. Да. Банки маринованный сидит там. Упортая катка. Они умеют играть на этой карте. Чик. Понятно. Опа, на в ебучку. А, выходите, говни. Б, 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 Б. Это Б, Б. Против нас он играет женщина, мужчина, еще один мужчина. Ага, а за нас агент 007. Надо просто так, оп. Ага, оп, поджечь меня на одно хп. Ты, кстати, сам себя поджег. Мой Молик нормально. Спасибо, да, спасибо. Блять, это не мой Молик был! Это не мой Молик! Не мой Молик! Ты видел бомбу, я съел. Ну это просто коко. Ну ставь щека бомбу, что ж ты все пихаешь? Да тут бегают, блядь. Ой. Поприседай, блядь. Да я ненавижу ничего. Хочу играть в CS всю жизнь. Пикаперы, хватит. Тебя по очереди. Я пикапер, идите нахер. Ну вы будьте дрочитель, я уже убил там, блядь. Ну вы совсем ебабошки. О господи, блядь, ну я должен всех убить, да, вообще в этой игре? Сергей, насилуй его ногу. Не знаешь, ой, он пукнул. Ну, блядский ботинок! Хоти в следующий раз босиком. Убер против Зубер! Убита. Нормально. Хороший Убер. А, он просто в смоук меня решил убить. Ну, почему бы и нет? Тильте. Бля, не скидывается, погоди, стой. На Г? Да. Пизда. Че, пойдешь пушить? Не, бля. Баба, пойдешь. Почти, Серега. Мы наехать про FCL 2 недель, и все это время ты че? Сосешь пельмени. F. О, мои любимые квиктайм-эвенты. Нажмите одну кнопку, чтобы победить всех. Бля, ёбаная графика, сука. Это фиаско. А чё нажимать-то у меня на... Ух, нихуя. Вот это прикольно. На, в петух молотом. Лови. Это просто охуеть. Сколько они разрабатывали данную видеоигру? Это просто ёбнуться можно, короче. Но, сука, если сравнивать с Человеком-пауком, то это просто блядство какое-то ёбаное. Я как будто, знаешь, в Росомаху играю. Помнишь Росомаху? В каком году вышел? Ранены? Нет, мне просто автобус на ногу упал, блядь. Мне нравится, как он элегантно прыгает, такой, о, я Тор, повелитель грома и молнии, а вы все проститутки. Я супергерой, а вы меня не убьете, блядь. Не-не-не-не, после Человека-паука в такое нельзя играть. О, Виталик, интересный геймплей. Я большой и страшный, Серега. Это чё это за хуйня? Стой, подожди. Почему они бежали так смешно, сука? Чё это за хуйня была? Блять, ну и попец нахуй. Тирамису, тирамису, тирамису. Брюс Бэннер там, бля, сидит в суде. Вообще пиздец какой-то гном, блядь. Ты сундуки открывал халком? Да, ножкой так пак. Ножкой пак, реально. Блять, ну какая кривая хуйня. Камера, блядь, пиздец вообще. Ну вот. Вот, блядь, функция есть прилипнуть к стене у Халка. А дальше, чё, я, блядь, в бок жму, бля, вправо, он не может двигаться, блядь. Как тебе графика? Сука, блядь, алкаш ебаный. Реально как алкаш. О, большой кракос. Ну-ка, в ебальник. На. Сука, он перевернулся раз 10, ты видел? Опа, вот это мама мия, блядь. Нихуя он длинный, ты посмотри. Наруто? Ага, в хую-то, ты посмотри. Нихуя себе, как в аниме реально, ебаном. Ой, блядь, я бы обосрался, нахуй, прикинь, на тебя такая хуйня бежит. Нгану просто побежал на тебя, блядь. Да, как разинструйка, по ебалу, блядь. Кто меня в игру добавил? Моделька моя. Да, пошинкуй свою бабку с дедом. Я чела бочкой заморил. Человек-молоток. О, полетело. О, я под юбочкой видел, что у него там. Ну, что там?
Пизда гнилая. Не регает нихуя, все замедлено. Говно, смешанные отзывы. У меня все, у меня не бежит даже. Я пытаюсь добежать, а за мной хуйня. А это труп. Отпусти меня, лага. Меня крысы съедают, Руслан. Хуй пойми, что здесь происходит в этой игре. Но очень интересные сиськи большие. Давай, давай, чуть-чуть. Отходи, яйцо. Где он? Вот он. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Тварь. О! Такой малыш, блядь, ебаный. Я тебя побью. А что все взрывается? Как играть-то, блядь? Я не знаю, мне страшно. Я ничего не вижу, блядь. Я ничего не вижу! У него форма закончилась. Ой, лагает, блядь. Пизда компу. Я по максимуму дэмэджа у него ношу. Я тоже. Дэмэдж мое имя, блядь. Второе. Добейте Хэмлока, блядь. Что-то бьет его. А че он? Тут твой топор, что-то его убил. Да! Че это такое? Почему твой топор его убил, блядь? Пиздец, он там его хуярил. Подожди, подожди, тихо. Давай добьем сначала. Кого добьем-то, блядь? Ну, грибов, блядь. Сейчас четвертая стадия, я, блядь, реально, я прыгаю в унитаз и смываюсь нахуй. Ого, самоцвет, камень бытия. Папе еще бы понравился. Пчелиная ферма, это здорово, туда приходит Богдан. Чтобы его укусили за яйца и набух его кукан. Он так любит пчел и шмелей и даже ос. Но теперь Богдан лишь может мычать, потому что у него передоз. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, этот ролик вам понравился и поднял настроение. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставьте абсолютно любой комментарий ниже под видео. Всем желаю хорошего настроения, крепкого здоровья, удачи, пока!